Ой, 5700. 5700 где-то так-то. Мы проделали далекий путь, чтобы показать вам красоту Гималайских гор, которую, возможно, вы никогда не увидите своими глазами. В этом фильме мы расскажем вам, зачем люди ходят в горы, рискуя жизнью, и что они чувствуют на вершине. Где-то далеко на востоке, между Индией и Китаем, есть маленькая горная страна Непал. С ее столицы Катманду и начинается наше восхождение на Айленд Пик. Это город с удивительной энергетикой и неповторимой харизмой, которая уносит нас в атмосферу Средневековья. Здесь совсем другой мир. Другие люди, другие здания и другие, иногда непонятные нам, законы и обычаи. Команда Trekking Club вылетает в Лхасу. Оттуда и начнется наш путь. Программа экспедиции построена так, что вначале нам предстоит пройти трек к подножью Эвереста, затем подняться на гору Калапатар для акклиматизации, спуститься до деревни Феричи, и уже оттуда начнется наше восхождение на вершину Айленд Пик высотой 6189 метров. Воздушные ворота Эвереста. Деревушка Лхаса. Местный аэропорт – один из самых опасных в мире. Все, кто идут к Эвересту, прилетают сюда на маленьких самолетах, которые ходят как маршрутное такси, без особого расписания и очередности. Ну все, прогуляемся. Да, Андрей, куда мы идем? Расскажи нам. Туда. Намчи-Базар. Столица шерпов, народа, пришедшего в эти места из Тибета примерно 600 лет назад и оставшегося жить на этих склонах. Часто людей, несущих грузы альпинистов, называют шерпами. Это не совсем верно, ведь шерпа — это народность. А людей, несущих грузы, тут называют портерами. Следующий пункт нашего путешествия – монастырь Тенгбаче. Он расположен на стыке трех долин. Это место с сильной энергетикой и прекрасным видом на Эверест. Буддизм пришел сюда вместе с шерпами из Тибета. Его присутствие видно повсюду. Тибетские флаги, буддистские ступы и камни мани, на которых высечены мантры – неотъемлемая часть этих мест. Обычно первые признаки горной болезни ощущаются после 3000 метров. Дышать становится тяжелее. Привычная нагрузка дается не так легко. С высотой симптомы усиливаются, и только правильная акклиматизация уберегает альпинистов от тяжелых последствий.
Просто удивительно, как в таких суровых условиях живут люди. Да и не просто живут, а строят дома, ведут приусадебное хозяйство. А в свободное время развешивают флажки и высекают мантры в камни. Тут, вдали от цивилизации, нет ни дорог, ни машин. Все, что надо для жизни, от строительных материалов до продуктов питания, шерпы носят на своих плечах. Мы движемся дальше, к нашей промежуточной цели. Горе Калапатар. С ее вершины открывается великолепный вид на Эверест и его окрестности. Отличное место, чтобы встретить рассвет, который запомнится нашим участникам на всю жизнь. Побыв всего несколько минут на вершине, команда Trekking Club начинает спускаться вниз. В деревушке Феричи нам предстоит разделиться. Часть людей уйдет вниз, а передовая группа за два дня дойдет до базового лагеря Island Peak, который находится на высоте 5100 метров. На восхождение мы пойдем по тому же маршруту, по которому в 1953 году прошли его первовосходители, одним из которых был Тенцинг Норгей. Тот самый шерпа, который вместе с Эдмундом Хиллари первыми в истории поднялись на Эверест. Базовый лагерь — это место, где начинается альпинизм. Все, что было до этого, кажется легкой прогулкой. Скоро наступит тот день, когда нужно идти на штурм. Годы ожиданий, месяцы подготовки и недели пути завтра превратятся в те несколько минут на вершине, ради которых был сделан весь этот путь. Руководитель нашей экспедиции Андрей Хадеев меняет планы. И вместо того, чтобы подняться в штурмовой лагерь на высоту 5600 метров, мы делаем заброску груза чуть выше, 5700, и возвращаемся в базовый лагерь на ночевку. Слово старшего гида закон. И теперь нужно будет снова пройти путь с базового до штурмового лагеря. Вся команда ложится спать пораньше, ведь завтра выход на штурм в час ночи. Здрасте. Рассвет на Мадаблан. Офигенный свет. На моих 5800. Время восхождения. Время реальное. Без 27. Время восхождения. 5 часов 30. На нашем пути появляются ледовые трещины, которых раньше здесь не было. Это делает практически невозможным наше движение вперед. Мы не были к этому готовы. Но выход всегда есть, даже из самых безнадежных ситуаций. Говорят, если вы живете в гармонии с природой, то и она отвечает вам тем же. Последние метры пути даются особенно трудно. Но когда солнце такое ласковое, а ветра практически нет, то усталости и не замечаешь. Не, разбухтуй, Егор. Просто, чтобы она лежала, ну. Вот они, последние метры и долгожданная вершина. Наверное, это и есть счастье. О, на вершине. Island Peak, 6200, без 11. Мы это сделали, вся группа, поздравляем. Спасибо большое. Со всего мира, представляешь? Стас, так еще спуститься. Слыхали? Одесса, Украина. Класс, спасибо. Тында! Спасибо всем. Дальний Восток. Да. Все здесь. Тут вся моя любовь, и я оставляю это на этой вершине, и она будет жить вечно. Я вас очень сильно люблю. Посмотрим по селам, ну как бы загадывать не будем. Все по факту. Спускаясь вниз, усталости не чувствуешь, а голова наполняется приятным осознанием того, что происходит. Хочется запомнить эти чувства, которые испытываешь здесь, в далекой маленькой стране, затерянной в Гималаях, где-то между Тибетом и Индией.
Маршрутом доволен, всего повидали. Грузили не сильно, в конце не сожрали.